Первый номер сииты «Калиб Харун аль-Рахид» — это торжественный номер, в котором ощущается арабский колорит. В середине номера присутствует некая мистика и тайна, а уже под конец возвращается яркая краска торжества. При этом на протяжении всего танца ощущается загадка. Казка про рибака і рибку, в якій розповідається про бідного рибалку, який зловив лампу, в якій був заточений джин. І він виконав його три бажання. Thank you.
В следующем номере я вижу плавно танцующих девушек, которые гуляют на природе и поют. Поэтому мелодия очень свободная и спокойная. Номер 4 – заколдованный замок. Это очень таинственный и загадочный номер. Замок стоит на скале, на берегу моря, волны бьются об него, вокруг летают страшные призраки, и над замком висит очень полная луна, и вокруг такая страшная атмосфера. Thank you.
5. Главный танец. Он очень грустный и меланхоличный. Гобой составляет восточные образы, а скрипки его дополняют. Thank you.
Вакханалия — это торжественный, колоритный, очень энергичный, веселый номер. Это празднование в честь бога Вакха, бога веселья и вина.